Приветствую вас на канале о прическах и красоте волос Beauty Maker. Сегодня мы будем делать невероятно красивую прическу очаровательной Джиджи Хадид. И для начала выделим прямой пробор. Теперь я покажу зону, которую нам необходимо будет начесать. Отделяем в этой зоне верхнюю часть волос, такой небольшой тонкий слой. Берем расческу с частыми зубьями и делаем прикорневой начес. Сбрызнем начес лаком. Подкладываем баллончик лака под прядь. Вот таким образом даем немного прядке схватиться на баллончике. Она будет запоминать эту форму. Когда прядка схватилась, откидываем ее пока вперед, выделяем следующую прядь и делаем начес. Также сбрызнем его лаком и выложим прядь на баллон. Убираем вперед и делаем начес следующей прядки. Сбрызгиваем лаком, выкладываем, немного подержим. Вот так это выглядит спереди. И последняя прядочка в этой зоне. Начесываем, сбрызгиваем лаком, держим на баллончике. Теперь весь начес перекидываем назад. Расческой расчешем все волосы, а то место, где у нас начес, нужно, едва касаясь, расчесать как бы самый тонкий верхний слой, чтобы сверху волосы смотрелись гладко и красиво. Посмотрите, какие небольшие прядочки у лица выделены у Джиджи. Выделяем такие же прядочки рядом с ухом у лица, вот здесь, снизу. Прочесываем в сторону прядь. Смотрим, чтобы все гладко и красиво заходило за ушко. У лица остается только вот эта тонкая прядочка. Остальное все гладко должно заходить назад. Сбрызнем даже лаком. И еще раз пригладим расческой, чтобы все было хорошо и гладко. И теперь простой невидимочкой заколем в зоне над ухом. Поступаем также с другой стороной. Выделяем небольшую прядку около уха. Проглаживаем прядь расческой. Сбрызгиваем лаком. Снова прочесываем расческой. Заводим эту прядь за ушко. И перед ухом сверху прикалываем невидимкой. Теперь волосами, что у нас сзади, нужно прикрыть край невидимки с одной стороны и с другой, чтобы волосы вот так слегка накрывали. Прочешем еще раз сзади все волосы. Напишите в комментариях, любите ли вы Джиджи Хадид. Вот такая прическа у нас получилась, так она смотрится сзади и сбоку. По-моему, очень красивый вариант. Вместо обычных невидимок можно использовать какие-нибудь красивые заколки. Сравните ее с оригинальной прической Джиджи. Как считаете, похоже получилось или не очень? Ставьте палец вверх. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч на канале Beauty Maker.